Всем привет, вам еще Линчай, и мы снимаем новое видео, как мы провели наш сегодняшний день. Рассказываем. Во сколько ли спать в среду? Во сколько спать или в среду? В среду? В одиннадцать. Оценка? Четыре. Легли спать. Угу. Встали, во сколько встали? Среда, четверг. Во сколько встали в четверг? Это не надо снимать. Четыре. Ой, 7.45 встали. 7.45, оценка? Пять. Ой, так что приехал. Четыре. Встали. Встали, проснулся. Оценка? Встали, проснулся. Ходил в туалет. Руки смыл, помылись мылом. Потом руки заплатил, Потом зубной пастой. Потом собрались. Потом сели на лифт. Потом доехали, высли, мне в ступенькам. Потом открыли на дальнюю кнопку, ушли из дома, оценка? Пять. Потом сели на такси, доехали. За сколько мы доехали? За сколько? За сколько? За полчаса. Устал? За полчаса. Я тебя просил, не надо вот это повторять. Зачем так делаешь? Доехали за полчаса, оценка? Пять. Потом. Сумма, сколько ты платили? 200 рублей. Сумма 200 рублей, оценка? Три. Почему? Просто долго собирались. Потом вся на такси. Оценка? Пять. А ты где была сначала? По делам кем ехала? Рассказывай, по делам. Я не помню. К врачу ходила, оценка? Пять. Потом ушла в Фикс Прайс? Да. Потом ушла в Фикс Прайс. Купила еще холл. Сколько стоит холл? Пошла в Фикс Прайс, посад, доехала на эскалаторе. Потом, прям в ступенькам, и поставил Фикс Прайс. Купил вот такой вот китик, сколько такой стоит? 27 рублей. 27 рублей, СК. 5. Ну и еще купил такой китик, сколько стоит? Два такой китик, взяла телеску или на руках все не шло? На руках. Я только два китика взяла. Вот такой вот китик взяла, сколько стоит такой китик? 27 рублей, СК? 5. Потом, на кассу, взяла еще холл, сколько стоит холл? 18 рублей. 18 рублей. Оценка? 5. Итог, сколько это все? 84 рубля. Итог, 84 рубля. 84 рубля. Оценка? 5. Ой, оторвал, смотри. Да бог с ним, новый купер. Так, потом, вышел из экспресс, меня в ступень, потом, дехал на эскалаторе, вышел из эскалатора, вызвал его отпаса,
Потом, куда вы сюда потом? Домой сюда или нет? Да. Куда? Домой пошла. Потом, сюда, домой. Открывай, понял, открывай калитку. Калитку открывай? Да. Открывай калитку, тку. Потом, сюда пошла домой, вели в топе, открывай ключом. Открывай ключом, вели в топе, открывай ключом. Вели в топе, никам, Потом дехо на лиф. Че. Да. Чего, сись вот так? Сись хочешь? Вот ты сходки, да, не даешь? Вот так. А че, я и тут буду снимать. Вот тебе, я тебе отдам паху в каратах, может быть, у нее, давай. А, я буду снимать. Ну, рассказывай. Леха, ну че долго снимаем, я хочу позавтракать. Я еще не завтракал. Давай, рассказывай. Я хочу поставлять, дай завтрак. Потом дехо на лифте. Высла. Потом оценка. Потом сел на лифт, доехала, высла, потом и в топе, никам, подняв топе, высвезли, в топе, никам, потом, открыла дверь, нажала на кнопочку, чеку. Вышла из дома, оценка? Пять. Потом куда сел? На какой автобус сел, чтобы доехать до меня? Я сел на Т, доехал до Комсомольска. До Комсомольска, потом сел, на какой автобус? Потом. Сел на метро. Сел на метро, доехал, вышел, потом. Сел на Т, доехал, вышел, потом куда сел? Пошел на метро, доехал до Кропоткинской. До Кропоткинской? Куда? До Кропоткинской. Потом куда? Потом до Кропоткинской пошла. Куда? До камни? Нет, до Кропоткинской, там сел на М3. Доехал на Доехал до школы. Доехал до школы, и кого встретил? К тебе пошла. Потом школа была, уроки были. Оценка? Пять. Оценка? Пять. Потом забрала меня. Потом забрала меня. Меня. Оценка? Пять. Оделись. Собрать. Оценка? Да. Оценка? Потом сели на... Потом скажем до свидания. Потом слезду спорить. Померили температуру у меня. Цикл? Цикл? Пять. Потом открыли дверь. Ручки. Потом сели... Какой автобус сели? Какой сели автобус? Слава, как в школе прослушали. Какой автобус сели? На какой сели? Сели на М3, доехали, вышли. Оценка? Пять. Куда вы, какой магазин первый? Доехали, вышли. Пошли куда? В Дик? Дикси. Пошли в Дикси. Дикси. Взяли свой теле. Тележку. Взяли тележку. Ку. Купили такой пирог. Сколько стоит? На сколько взял килограмм? Мы взяли... Килограмм стоит 80 рублей, а мы взяли полкило на 40. На 40 рублей цена. Ой, Леха, давай сюда складывай. Оценка? Пять. Угу. Потом что? Купил вот такую кольцо. Нет, помидор сделай. Потом помидор, на сколько да. Килограмм стоит 80, а мы взяли кило 300. Сколько? На 100 рублей. На 100 рублей, сколько? Пять. Очень вкусно. Еще вот такие помидоры на сегодня. Да, чудесные, очень вкусные. Оценка? Да, пять. Салат сделали, чудесный. Угу. Оценка? Угу. Пятерка. Думаю, что я не... Вот это дядь Миша купил? Да, это не так, это дядь Миша купил. Потом или в тележку, потом что купили? Что купили? Курицу. Потом купили такую курицу, вот такая курица стоит. Да, уже ели вкусную курицу под сыром. Сколько стоит? Курица на 220 рублей. На 220 рублей, сколько килограмм? Да. Полтора. Полтора килограмма. Оценка? Пять. Оценка? Пять. Давай дальше. Угу. Давай. Давай дальше. Вы снимали?
Вот тут прям? Нет, нет, ладно, потом закрывается. Если не снял. Да аккуратно. Потом взяли такую рязь, сотка я стою большая. 54 рубля. 54 рубля, сыпь? 5. На, вот это возьми и ставь. Ну куда мне сейчас это? Ну зачем мне? Дай мне вторую. Леша, это не видео, понимаешь? Это издевательство над мамой. Это не видео называется. Это называется издеваться над мамой. Потом, купил такой... Да, поставь всё, мне не давай. 54 рубля, сколько стоит? 54 рубля. 54 рубля, сколько? 5. Потом, что ещё купили? Вот это купили. Потом, купили такой творог. Сколько такой творог стоит? По 35 рублей. А 35 рублей, сколько? 5, я схуел, ему понравилось. Сколько? Оценка? 5. Потом, купили такой Даниссимо, сколько стоит? 32 рубля. 32 рубля, сколько? 5. Потом, купили такой творог. Сколько такой творог стоит? 65 рублей. Оставь на человеке? Угу. 75 рублей, сколько? 5. Потом... Потом, купили вот такой бар, потом, купили такой вот сыр бабушки, сколько стоит? Угу. Сколько сыр бабушки стоит? 119 рублей. 119 рублей, а цикл? 5. Куда хватит? Какой вкусный. Куда хватит? Да-да. Куда хватит? Да. Потом, куда ушли, где? Потом, взлива дел хлеба. Что взял, купили? Да. Мыло и хлеб? Мыло взяли еще. Сначала мыло, повели в телеску, это все. Потом взяли такой вот, ты не выдерживаешь? Нет, давай. Потом, купили такое мыло, сколько стоит? 35 рублей. 35 рублей, а сколько? 5. 35 рублей, а сколько? 5. Потом, что еще купили? Хлеб. Падали в телетку. Потом, купили такой хлеб, сколько стоит? 32 рубля. Какой хлеб, сколько стоит? 32 рубля. 32 рубля, а сколько? 5. Давай, 5. Потом, на кассу. Взяли помидоры. Вы на сколько взяли? Помидоры? Да, на сколько? Мы хотели выложить. Взять. Много мы взяли, выложить хотели. Ну, помидоры, 100 рублей. Хотели выложить помидоры? Не хотели, они уже были хорошие. Но было много очередь уже. Потом, на кассу, в телевской. Только сколько будем взять, все. 1000 рублей. 1000 рублей сколько? 1042. 1042 рубля. Оценка? 5. Потом через дикси. Оценка? 5. Открыли русские двери. Оценка? 5. Маленько пошли? Нет. Потом сюда мой. Е. Потом все зашли в... Что зашли? Куда зашли? В ароматный? Ароматный мир. Ароматный мир зашли. Вот такой купили кукол, шутер кукол стоит. Сколько? 49 рублей. 49 рублей, сюда. 5. Потом еще купили такой кукол, сколько стоит? 49. 49 рублей, сюда. 5. 5. Потом вообще ароматный телец убрали, нет? Нет. Потом все такие сухарики с сыром, сколько стоит? 39 рублей. 39 рублей, сколько? 5. Потом купили с чесноком. Потом купили с чесноком. Да. Сколько стоит? На. Да. Нет, не на, потом. Чесноком, только убирайте. Куда мы купили? Я купил потом. Вчера? А, нет, давай в другой раз. Не надо, в другой раз. Ой, не надо. Не выкидывай, оставь. Потом купили сухарики такие с чесноком. Сколько стоит?
Подрофилю. Сколько? 39 рублей, сколько? 5. 5, потом на кассу, итог сок за это все. Угу. Итог сок за это все. Сколько? Сколько? Сколько тут это все? 50 рублей. 50 рублей, сколько? 5. Потом, по следаму, вышли из ароматного мира. Мира, сколько? 5. Потом, по следаму, везли в скверик, покушали сух, потела двор, покушали сухарики, сколько? 5. Сколько? 5. Потом, все домой. Открыли ключом, пойдем в ступенькам. Дыхли на лифте. Чи. Вышли из лифта, оценка. Потом, я не смог, где нара. Я не смог на работе. Отработал, оценка. 5, потом, все на массы, на царевации эти, да, я в память доехал, дядя Миссон. У него просто машина своя. Да сколько доехал по времени? Полчаса. Доехал за полчаса, оценка. 5. Отдохни сухарики тебе. М? Отдохни сухарики. Сухарики отдаст. Зачем? Потом буду снимать. Ну да. Телевизорская. Потом, доехал. Да. Доехал. Высыл, оценка. 5, потом, ну куда? Ой, ну блин, еще сметану-то покупили. Сколько такая сметана стоит? Отлично. Сколько такое сметана? 50 рублей. 50 рублей, это сколько? 5. Итог, сколько за это все? 1050 рублей. 1050 рублей, это сколько? 5. Потом, я написал перекрёсток, взял тележку. Что он взял? Телевку. Фу. Что тебя купил, расскажи. Ну, гречка. А, сначала он сбил такую гречку. Гречку. Сколько такая гречка стоит? Угу. Сколько? Тоже. Сколько стоит? 60 рублей. 60 рублей, сколько? 5. Угу. Потом я не сбил такой сахар. Сколько стоит? 50 рублей. А, это сколько такой сахар стоит? 50 рублей. 50 рублей, сколько? 5. Потом я купил такой сахар, еще один сахар, для сколько стоит сахар? 50 рублей. 50 рублей, сколько? 5. Потом я взял свеклу, сколько стоит? Сколько стоит? 40 рублей. 40 рублей, сколько? 5. Потом купил морковку, сколько стоит морковь? Сколько? 60 рублей. 60 рублей, сколько? 5. Потом я мяско купил. Еще что купил? Потом купил свой спас. Ой, воду он купил себе. Воду, жемрук. Потом купил такую воду, жемрук. Сколько стоит? У нас 120 рублей. 120 рублей, сколько? Ну, для дяди Миши 5, а для меня 2. Я же не стал покупать. Но... Куда? Полный. Ну, поставь пока туда. Полная глупость. О, нет, сюда. Потом, я купил такой кол, сколько стоит? 50 рублей. 50 рублей, сколько? 5. А цена? 5, сюда сахар. Акты была, наверное? Да. Чего, акты была? Не знаю. 5. Потом, я не купил соевый спаржу. Сколько стоит соевый спаржу? Сколько стоит? Так, соевый спаржу будет стоить... И вот сколько соевый спаржу стоил, шеф? А в теле есть очень плохо. Сколько стоил спаржа его, шеф? Сколько стоил спаржа его, шеф? Сколько стоил? Спаржа? Да, шеф. Шеф, сколько стоил? Шеф. А, 120 рублей. 120 рублей, сколько? 5. Потом, если бы такие крылья, сколько стоит? 115 рублей. 115 рублей, сколько? Ну, средненько. Сколько? 4 с минусом. 4 с минусом. Ну, мы в холодильник убираем. Сюда падает? Угу. Да. Потом, я писал на... Потом все положил в тележку. Потом все на кассу. Тех на колесиках. Итог, сколько он заплатил за это все? Итог, сколько за это все заплатил? Ну, рублей... 1000 рублей точно. 1000 рублей точно. Оценка? 5.
5, потом уже из перекрёстка, ну куда по аптеку? В аптеку, в лекарствах. Как называется аптека? На Усыкам, а? Как называется аптека? Без понятия. Что вообще, я купил мне Усыкам, кто такой мне храм стоит? 500 рублей. 50 рублей, это как? 5. А это? 5. Итог сколько? Итог? Да. Так. Итог много для лекарства? 500 рублей. 500 рублей, это как? Потом я сел на машину, доехал, за вами доехал. Полчаса. За аптеки, доехал за полчаса, оценка. Доехал, вышел, оценка. Пять. Потом сюда мой. Потом, ходил в туалет. Оценка? Пять. Потом я он чипс, оценка? Пять. На какой чипс оценка? Оценка, на какой чипс оценка? Мне нравятся такие. Ну, для меня на 3, а для дяди Миши 5. 5, поел чипс, оценка? 5. Потом я не слег спать, потом дядя Миша... Потом я не слег спать. И он и А делал, нет? Да. Дядя Миша делал, нет? Да. И А делал, так, и А. Нет. Потом я не слег, ты отдашь мне? Что ты мне отдаешь? Я хочу поесть. А ты мне отдашь потом это? Да. А если девки плюс? Потому что много, вон. Не сказал, что нет, сколько. Он даже платить не ест. Он хлеб ест с другими. А ты? Рыгом. Потом лег спать, дядя Миша, оценка? 5. И заснул, оценка? 5. Потом. Конец просился. Потом. Уроки сделали уроки, русскую математику сделали, оценка? 5. Потом читал с детской маме на комнате, оценка? 5. Потом. Потом. Побежали душа, ходил в туалет. Попу помылись мыл, попу тебе один сам потом руками помылись мылом, потом потом звать из одной пасты, потом и А сделал, потом. Погрели гречку, чку. Потом. Помажь много гелем. Люк помажли кремом. Люки лакфорты. Таблетку пил. Таблетку. Да. Потом. Релакс. Ой. Тикток смотрели или нет? Да. Тикток смотрели в четверг или нет? Смотрели. Тикток смотрели? Не сможем. Гречка, чка, 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 п,
плюс рева, плюс гречка, чка, плюс рева, кс, кс, с, с. Оценка. 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 Собственность моя по времени. 25 минут. Оценка. 5. Скабалось, скабалось, о, лентяга, май. Еще с ним видео.